Следующая книга, которая, наверное, вернула меня в ту эпоху Буктюба, когда начинался Young Adult, когда мы все его читали, и нам всем все безумно нравилось, потому что сейчас я за что не возьмусь, меня по большей части, ну, не то чтобы не впечатляет, но уже казалось, что вот все это было, я все это видела, и тут мне в лап попался фандом. Я не знаю, то ли от того, что я давно Young Adult не читала, то ли потому, что здесь какой-то легкий слог, или, может быть, я даже не знаю, не могу сказать, что тема интересная, ну, для меня была интересная, потому что здесь у нас, как судя из названия, девушка попадает в мир своей любимой книги, и она как бы оказывается на месте главной героини, должна пройти по ее пути, то есть она знает, чем книга закончится, а там у той книги не очень-то счастливый конец, скажем так. Вообще, книга это антиутопическая, как мы знаем, антиутопия — это всегда драма, кровь, кишки, слезы и все остальное. Вот, и главной героине наша туда попадает, соответственно, да, должно быть все печально. Так вот, я, наверное, прочитала за день, даже меньше, чем за день. Ну, знаете, если мне книжка нравится, я могу ее просто проглотить. Мне достаточно вот сесть, там 3 часа посидеть, я книжку прочла. Вот, я ее тянула просто как могла. То есть я не умею растягивать книги, которые мне нравятся, хотя надо научиться этому лайфхаку. Нет, правильно как сказать, скилл. Надо прокачать скилл, растягивать книги, которые мне нравятся. Вот. Я рекомендую вот всем, кто давно не читал Young Adult, но хочет что-то такое хорошее прочитать, я рекомендую действительно фандом. Мне безумно понравилось. Прям вот. И мне еще нравится, что она такая толстенькая. Хотя шрифт довольно тоже большой, но при этом все в этой книге классно. И я теперь хочу книгу про вот сам мир. И я хочу продолжение этой книги, потому что продолжение бы тоже было очень кстати, к слову. Да, хотя обычно я люблю, когда все-таки подростковые вот эти Young Adult книги, они все-таки ну, то есть в одном томе без продолжения. Но здесь я хочу продолжение. В общем.